каждого из нас своя фигура со своими особенностями, которые принято делить на достоинства и недостатки. Изучением этого вопроса профессионально занимаются стилисты. А в рамках проекта «Модель X» имидж-клуба «Светлана» участницам помогают найти свои идеальные линии и силуэты. Восторг меня приводит, потому что я сама такая капуша, я такая нерешительная, я всегда очень долго выбираю и очень люблю советы. И вот сегодня Евгения нашла мне очень подходящее платье. Такая обувь необычная, такую никогда не носила. Аксессуары, ну, в общем, все великолепно. Изучив типы фигуры и актуальные силуэты, участницы получили задание – подобрать себе комплект под свой тип фигуры в салонах модной одежды «Эйфория» и «Эйфория Макси». Мой комплект, который я подобрала, да, видимо, он ближе мне, потому что в любом случае я, ну, как бы такие модели я носила. То есть классику я люблю. Существует много проектов, даже, ну, какие-то, где наряжают, накрасят, вроде все красиво, сделают прическу и выпустили в мир, ну, и живи как хочешь. А здесь, именно в этом проекте, что мне нравится, что обучают так, чтобы мы в мире, в жизни смогли дальше пользоваться этими знаниями. Подбор луков закончился обсуждением. Самые смелые участницы демонстрировали свои работы и слушали мнение экспертов и сокурсниц. Второй комплект для участниц подбирала стилист-консультант салонов одежды «Эйфория» Евгения Черепанова. Как выяснилось, эксперименты с модой не всем даются легко. Отказаться от привычных вещей и проверенных годами силуэтов – это настоящее испытание. Некоторые из участниц с недоверием отнеслись к трендам. Сопротивления было достаточно много, но девочки приходили на примерку два раза. Если первый раз они были не готовы, то второй раз им было уже интересно это принять. Они увидели себя со стороны, кто-то сфотографировал, кому-то сделали комплименты, и они поняли, что нужно немножко прислушиваться и учиться чему-то новому. Естественно, мне надо было его принять. Сначала чувствуется какая-то мешковатость, какая-то неловкость в этом. А потом уже вживаешься, привыкаешь и чувствуешь, ну да, действительно, почему бы и да. То есть не почему бы и нет, а почему бы и да. Сегодня я уже посмотрела другими глазами на этот комплект, и я в него вписалась, и он у меня. Я очень благодарна Женечке, это нашему замечательному стилисту, за созданный ею образ. Вы знаете, когда я ехала в магазин, действительно закрадывались такие мысли, а вдруг мне что-то не понравится. Я поймала себя на мысли, что нужно полностью довериться стилисту. И вы знаете, я не ошиблась. Теперь все участницы со всеми их индивидуальными особенностями, комплекцией, ростом и пропорциями научились упаковывать свои фигуры в актуальные силуэты. Впереди уроки по макияжу, выбору аксессуаров и украшений. Но главный прорыв проекта уже состоялся. Девушки перестали бояться пробовать что-то новое.